Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир, и мы играем в игру NEC. Проходим и начали спасательную операцию. Дока с пацаном утащили на вертолете или на самолете, я уже не помню. Ну, в общем, надо их идти и спасать. Как всегда, без NEC не обходится никакое дело, надо обязательно его подключать. Мы вылезли наружу из этой пещеры, так сказать. А точнее, выплюнули. Выплюнули нас. Аккуратно, аккуратно, ребята. Вот, тихо, тихо, не подходи близко. А есть ли тут секретки? Давай искать. Ну, пока вроде ничего сложного. Ох ты, только проговорился. Своими ковшами ты, ребята, поаккуратней. Я же маленький, еще не трогайте. Отвали. А как мне с тобой бороться-то? Во, пока он ковши поднимает наверх, все, можно бить. Обязательно набираем янтаря, потому что впереди, я думаю, будет еще много испытаний. Ладно, ладно, аккуратно. Получи. Тихо, 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 не надо так делать. Все, не получилось, надо еще раз пробовать. Давай супер удар, наверное, и все, ребята, сделаем. Чтобы было проще пройти, наберем еще янтаря, я думаю. Ну-ка, подрастай, NEC уже надо расти, что-то я все маленький до сих пор. Поехали. Так, а когда он поднимает ковш-то наверх? А, вот. Не-не-не-не-не. Вот сейчас. На. Какой-то рубильник, надо обязательно его нажать. Во, наверх поехали. Идем, 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 продвигаемся вперед. Эй, ты чё? Он с какой-то... со штукой с какой-то на цепочке, типа палец, что ли. Или как это, булава, не знаю, как это называется на самом деле. Ну-ка. Ладно, минус один. Теперь надо с этим как-то расправляться. Ближе, ближе подойти просто, и все, нормально. Так, не дрейфить, идти вперед. Хоть и маленький, но мы все равно разберемся с ними. Нам надо спасать Дока быстрее, потому что кто его знает, что там с ним делают. Я думаю, супер удар здесь пойдет, вообще сильно подойдет. Но только одного почему-то, я троих хотел. Ну ладно. С этими-то, в принципе, можно и так разобраться. Зря я использовал супер. Мост наверх. Мы все выше и выше поднимаемся. Нам надо попасть в ту крепость опять. Нас же вышвырнули. Отлетел. А вон ребята меня ждут уже.
Ну, давай. Заходим. Не знаю, правда, как с ними справляться, со всеми. Еще и этот. О, получи. Отлично. Все хорошо пошло. Тихо, 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 тихо. Аккуратно, там еще сверху один стреляет. Сейчас я к вам подойду. Ой! Рычаг, быстрее, надо к нему наверх туда прийти. Но перед этим надо забрать вон тот янтарь, потому что как же без янтаря-то я? А что, он мост недолго действует, что ли? Ну-ка, значит, еще раз надо нажать. Давай, 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 быстрей. А то посмотри, он дерзит. Паренек, ты чё? А чё, я свалился, что ли? Ну-ка, давай сейчас... А, она опять повернулась. Ладно. Надо сразу туда перепрыгнуть. Прыгаем. Ну все, лети отсюда. Реликты обязательно собираем. Очень редкая штука здесь. Побежал. О, это не тайник? Нет. Ну, быстрее, быстрее, сейчас закончится. Давай, 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 прыгаем. Отворяй ворота, я пришел. А вот и док, кстати. Вы останетесь здесь, пока все не решится. Чудесная комната. Лучший вид в замке. Мы были настолько предсказуемы. Именно так, доктор. Сказать честно, мне жаль вас. Вы настолько одарены, но растрачиваете талант на проекты вроде неуправляемого питомца. А у Виктора есть цель. Смотрите и учитесь, потому что благодаря ему весь мир скоро изменится. Я надеюсь, что комната вам понравилась. Вы не выйдете из нее, пока не образумитесь и не начнете сотрудничать с Виктором, а не вредить ему. О, кстати, Лукас, вот, держи, в суматохе ты кое-что потерял. Спасибо, конечно, за подгон. Паровая дорога. Ну, будем продолжать спасать их в следующей серии, ребята. Спасибо за просмотр, поставьте лайк видео и подпишитесь на канал. И не забудьте поставить колокольчик. Всем удачи, всем пока.